Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби, на Колыме пройдет акция «Свеча памяти». В этом году ее проведут в онлайн-формате. По традиции, в этот день россияне зажигают свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Все желающие смогут присоединиться к акции на сайте «День памяти РФ» и зажечь свечу в память о миллионах погибших. День памяти и скорби установлен указом президента России в июне 1996 года. Также в этот день почтут память погибшим в сквере Победы в 12 часов.